Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как вы можете решить свои дела с помощью обычного чеснока? Сегодня я вам расскажу об удивительной практике, о которой мало кто знает. О том, что чеснок является волшебным и магическим растением, знают все. Как применять его от злых сил и негатива, также отлично известно. Многие из нас время от времени прибегают к помощи этого пикантного растения. Но о том, какими еще необыкновенными свойствами обладает чеснок, многие из вас даже не догадываются. И сегодня я вам расскажу, как при помощи простого и банально привычного растения можно выйти из затруднительных и волнующих ситуаций. Чеснок в эзотерической области имеет большое поле применения. Защита хоть и основная, но единственная его функция. А вы знали, что для привлечения удачи необходимо посадить в горшок головку чеснока? Когда он даст перья, срежьте и обязательно сразу же добавьте их в еду. Во время приготовления самой трапезы необходимо посылать во Вселенную вибрации благодарности. Этот положительный резонанс придаст вам сил, энергии и везения. Посадить чеснок можно в любой день недели, независимо от времени суток и фаз луны. Когда вы чувствуете, что обессилены и не в состоянии больше бороться с негативными обстоятельствами, эта практика станет спасительным кругом. Если вы хотите, чтобы предстоящее важное событие имело исключительно положительный для вас исход, положите в карман или сумку головку чеснока и отправляйтесь на встречу со счастливым стечением обстоятельств. Это актуально для собеседований, экзаменов, свиданий. Если вы задумали продать что-либо, у вас намечена встреча с покупателем, и вы хотите, чтобы дело наконец-то выгорело, на работу пришла проверка, в любых мероприятиях, важных делах, задумках, то можно использовать этот метод. Чеснок чистить не нужно, нужно положить просто целую головку. Также чеснок может помочь решить финансовые вопросы. Когда у вас не совсем белая полоса в денежной сфере, обратитесь за помощью к чесноку. Для этого нужно взять чесночную шелуху и положить на ночь в кошелек. Луна обязательно должна быть в растущей фазе. Кошелек нужно оставить на подоконнике на ночь. Идеально, конечно, если будет падать лунный свет, но если пасмурно и луны не видно, не беда, магия ритуала все равно произойдет. Утром выньте шелуху, откройте окно и развейте ее по ветру. В этот момент вы должны транслировать во Вселенную чувство благодарности. Правильные положительные вибрации создадут резонанс, и это станет катализатором для решения вашей денежной проблемы. Благодарите Вселенную, ведь это именно она главный казначей. Чеснок является посредником, и за это он также заслуживает признательности. Не скупитесь на благодарность, это базовое чувство, способное привлечь много чудес в вашу жизнь.